Привет, ребята, Петр и Анатолий. Гудаури, Грузия. Полет на параплане. Конец октября, 29 и 28 число 2019 года. Вот. Петр, готов? Готов. Немножко пройтись назад. Готов. Вперед, да? Да, на старт надо сделать. Все подготовились. Самое главное не разворачивать, тебя будет разворачивать в правую сторону. Вперед шаг сделай. Удобно встань, можешь немножко тело наклонить вперед. Это только плюс будет тебе. Ну да, так устойчивый выстрел. Пойдем назад. Не так быстро, стоп. Вперед иди. Вперед иди. Готовы бежать вперед? Да. Вот, все, сейчас побежали. Побежали, побежали. Побежали, побежали. Сел. Все, полетели. Еще добро? Или поправить? Давай левую коленку вверх сделаем. Левая вверх. Колено. Сейчас правая колено вверх. Ай, хорошо. Петр, все хорошо? Окей. Вообще класс. И сколько в день полетов таких? Да, по-разному. Зависит от... Ну, средний. Ну, штук 10 есть? Ну, рекорд 27. 27? Рекорд. Строительство, свой бизнес, строительство. Инженерные системы, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Лет 10 уже, наверное. Ну ты же профессионал. Ну да. Меня вот будет юбилей. Ну у меня небольшая компания. Такой мелкий бизнес. Ну ничего страшного. Небольшая. Ну да. Побольшая делать для тебя. Ну вроде конкурентоспособна. А когда сезон открывается здесь? У нас он не закрывается. Или вообще? Круглый год? Круглый. Ага. Так, не делаем себе выходные. Берем там. Вот ноябрь делать. Если получится. Если погода испортится. Через два дня вроде снег обещает. Да? Там как бог даст. На первое, на второе число, на 31 раз, первый раз. Экстремал. Ну, с параплана я тебе скажу, что очень лояльно. Ты же их ждите даже туда. Главный старт, главная высота. Нету вот этого выхода с самолета. Ну да. Конечно, ты классный. Человек, конечно, когда выход из самолета, может, так психологически надо. Это вот Казбек, да? Казбек. Здорово. Полетать на параплане можно по-разному. Можно полетать возле моря, там на высоте 5 метров, над рельефом. Ну и здесь также можно по-разному.
хорошие, нормальные. Не укачивает ничего. Мы продолжаем набирать высоту, у нас 3750 метров над уровнем моря. Интересно, 400 метров над уровнем стартовой площадки. Поток нас вытягивает выше и выше, если я брошу поток, мы полетим вниз. Ну, плавно планируем. Из-за этого я спрашиваю, как ты себя чувствуешь, набирать ли выше или... Это уже сам хребет здесь, да? Впереди нас Южная Осетия, через этот хребет, какая граница. Впереди справа. Вот этот хребет. Это Южная Осетия. Тут по границе, в принципе, где-то полностью. Ага. Если по карте граничник будешь. Я вижу, да. Теперь мы с тобой пролетим вот туда через каньон, наверное. Такое решение. Вот туда пролетимся. Зальем высоту на 5 точек. Знаешь, я в левую руку камеру, я поснимаю немножко со стороны. Хорошо? Ты можешь в левую руку здесь. Человек. Дальний, который хребет, из да? Из какого города? Казань. Из Казани. Извини, людей много, просто так ладно. Как у вас в Казани было? Ну, тепло, октябрь теплый. Этот чуть просто холодно. Ну, вот это, вроде вот снег обещали сегодня.